день номер какой-то. Мы еще не успели приехать в Осика. И мы нажрались блинов сладких. Заработали 5-ю степень диабета. Мой живот сейчас разорвется. Полный газоимаз вообще. Я купилась на рекламу, мимо которой мы проходили. Но было очень вкусно. Просто Макс решил доесть полностью все, что было на тарелке. Там было 3 блинчика таких пухлых. Они были с орешками грецкими. Еще сверху полил сиропа. Еще на них сверху лежали банан. Ну, такой наполовинке разрезанный. И сверху был карамель. И еще это все я запитывал взбитыми сливочками. Я здесь умру. Полная ПП. Отлично поели. А вообще мы приехали в город Осака. Мы погуляем сегодня вокруг замка. Внутрь не пойдем. И потом после замка пойдем прогуляемся по центру города. Может быть, накупим всяких штук. Миссис Тян. Вяйки Томас. Нани. А ты что здесь делаешь? Здесь на этой улице все выглядывает, все огромное. Там какой-то гигантский ребенок, гигантская рука, гигантский краб, снова гигантский ребенок и снова гигантский краб. Или, да, это краб должен быть. Всратый дракон, какой-то няшный дракон, челик, роу повесили, тайное вечере. Это самообслуживание. Мы купили мисочку в магазине, и там очень тесно, и очень много народу. Поэтому 3 магазина спустя стоит столик с газетками и скотчем. Мы посетили район анимешников. Получается, мы тоже анимешники. Там был один огромный-огромный магазин, там связано абсолютно все с аниме. Там и манга, и всякие диски, или я не знаю даже что там, короче, сами там аниме все продается, там всевозможный мерч по аниме, магнитики, блокнотики, ручки, плакаты, фигурки, плюшевые штуки. Многоэтажный магазин, мы прошлись только по парочку, и через улицу мы ходили смотреть всякие фигурки, но я там сейчас ничего не снимал, потому что мы еще пойдем в такой магазин в Токио, и там вот, может быть, я что-нибудь засниму, как вообще это выглядит, потому что выглядит это сюрреалистично. Это все выглядит каваи. Ну что, мы нагулялись, поели,
и отправляемся обратно в Киото, в наш отель. Осака — город огромный. Нам понравилось. Очень круто была основная торговая улица, очень интересная. И зашли в небольшой аниме-дистрикт. Да, аниме-район был точно необычным. Ну а завтра мы отправимся в другой город. Какой? Какой? Как он называется? В Нарву. Прибыли в Нарву к оленям. В Нару к оленям. Сегодня будем смотреть на оленей и надеюсь, что они на нас не нападут, потому что у них сезон спаривания и с самцами нужно быть осторожными. Но мы будем. Я чувствую себя диснеевской принцессой. А этот олень какой-то странный. Эти олени такие прирученные печенькам, которые здесь продаются. Он мне поклонился. Он мне поклонился, чтобы я ему дал крекер. У меня нет крекера, дружище. Этот вот вежливый кланяется, а другие подходят и просто делают носом буп. Олень выгнал школьниц и кушает их еду. Мистер мужик пытался спасти школьниц крекером. Ну, не их заменить крекером, а оленя заменить крекером. Блин, вот что за олень встал в проходе? Многие олени пристают, не просто подойдут, посмотрят, а они прям следуют за людьми, чтобы они все-таки дали крекеры, неважно, что у них нет крекера. И одна женщина поворачивается и начинает что-то затирать оленю, и мужик, который ушел на пару шагов вперед, тоже разворачивается и говорит: «Да у тебя свитер из его мамы, Ирин». Мы достигли вершины благодаря желанию достичь вершины. По дороге нас успокоил олень. Нас слишком напали.
О, всегда хотел попить медведя. Гулялись среди оленей, едем обратно в Киото, спим последнюю ночь тут и дальше будем спать на полу. Потому что деньги закончились.